прийти в себя после нокаута. Это хорошо знают не только боксеры. Динамовцам Москвы, потерпевшим недавно крупное поражение от «Спартака», это почти удалось. Но только почти. Иначе счет был бы другим. Иначе Кобелев, Склеров, Колыванов, Царев сумели забить хотя бы один мяч в ворота венгерского клуба. Преимущество в первом тайме мы все видим на стороне бело-голубых. И поочередно динамовцы выходят к воротам хозяев поля. Но один удар, второй мяч в сетку ворот не идет. А это удар Панкратьева отражает вратарь. Но вот динамовцы не забили, а пропустили этот один-единственный мяч. Пропустили они во втором тайме. Венгры атакуют здесь. Симутенков убивает мяч на угловой. Ну и после углового Хан, переиграв защитников, Динамо забивает этот победный мяч. А теперь мы вам предлагаем интервью. Валерия Газаева берет Георгий Павлович.